Ну, Селя не поехал, повешал, да? Нормально? О! С тобой что? Приехал, да? А ну сюда смотри. Куда приехал? Покажи ожог. Сними спортивку. Покажи. Встань, сними. Стрял. Не, включи, оставим еще заработать. Сегодня не надо, я не знаю. Я что-то слышал, да? Так, ну, отключи тогда одну. Здесь не все это отключили. Почти 90. Он цоколит силу. Old Spice. Да. Это твоя отдельная команда, да, Old Spice? Сейчас он пошел, у меня остался таки, он скользкий футболки сделал. Это точно наш брат, титулованный борец. Правда, наоборот, да? Правда, видишь, здесь поставили поломанные. Не смущай, не смущай. Человек, который с Мухаммадом тренировался, другой, Саид. Тот младший был, да? Тот, да, Мурат. Самый младший, да? Иди на 500 метров. Который был с Мухаммадом, который был. Мага, скажи Old Spice что-нибудь. Выговорить до сих пор не могут. Old Spice говорят. Какие интимные вопросы не отвечают. Сайт тоже, да? Изначально надо было так и не делать. Да, что-то. Всем сделать. Ребята, эти вещи уберите, да, туда, куда-нибудь сбоку, вот туда, где гантель, сюда уберите. Давай, Серж, давай, чтобы все сюда закинул. Убери вещи туда, Серж. Туда, 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 туда. Молодежь, тихо! Тихо! Давай, давай, двигаемся, двигаемся. Двигаемся еще, 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 еще. Давай, еще двигаемся. Вот так. Давай, эй. Тишину поймали? Двигаемся. Двигаемся, имам. Еще, еще, еще. Давай туда, куда надо. Двигайся, Сержик. Сержик, давай. Давай, Раджаб, Раджаб, давай. Все, вот сейчас более-менее. Еще двигаемся. Тихо, эй, постройся. Сейчас я это
Что это было? Футбол конкретно не получилось, да? Марат! Сержик! На, сними. Боже, мне вот так спит. Сними на другую. На, сними. Да. На, сними. Борцы, выступающие за оборону Азербайджана, действующие борцы, мастера спорта международного класса, чемпионы, призеры международных турниров, призеры чемпионата мира, Европы, и пришли к нам поделиться опытом своим. Так что во время тренировки, во время отработок, не стесняйтесь, какие вопросы будут, задавайте. Понятно вам? А? Сейчас пройдем небольшую разминку, минут 20-25. И после этого отработки в конце тоже схватки дадим, по одной, по две схватки. Больные есть? Есть. Все здоровы? Да. Так. Давай вот этот, наши дети хотели подарить уже наши именные футболки нашего клуба, нашим гостям. Давай, подари ту футболку. Шаг, уходи. А где мы там? Вот здесь. Вот же он в Австралии стоит. Так. Сразу надевайте. Сзади. Можешь, да. Тут баночку можно пройти, да? Можно, заходи. Все, слава болезнь. Опоздавшим нельзя. А ну? Ну, олдскуловский, а? А ну? Давай, направо. Побежали на направляющий. Нормально. Вот он мешок. Прятался там, все. Что не прошло, ты не потей, понял? Чуть-чуть побегай, потом не потей, потом пробуй, хорошо? А где? Небольшой зал? Да. Алейкум салам. Мама, у тебя серьезная поддержка есть? Команда. Ну, они это своих детей. Надо было написать. Нет, снизу надо помощники тренера. Помощник хочет. Где начало, где конец? Это правильно его это фамилия? Да. Эти молодые не успевают. Thank you.
Вот они сейчас вместе загнали. Сейчас другой врач. Я не военный, с тобой группу делаю. Да, кальчик. Сахнуло? Нет. Понял, это да. Сладкий. Это смотрю, думаю, он не он. Тот младший братишка обоими на соревнованиях попадал. Да. Молодые. Эй, с тобой есть его. Слышишь? Да. Он. Ты в курсе? Нашу церковь. Он знает, он, где надо, да? Где надо урвать куски. Всему свое время у него. А у него в разном выходе нет, я не могу выйти. Он сам себе не делает. Вот так не делает. И как-то для себя это хорошо. Для жизни можно захорошиться. Не надо. А ему что? Я его вижу, когда он... Это, наверное, практически одно постоянно. Да, это не трудно. Как Габар сказал, давай я сам это зал выйдет. Зал надо. Если брат старшему подает, я ему делаю, а там другой. Это там на обратиться к вам. Ну я. Так. Мне 4 машины.
Все тоже не было. Твоя мне нормально. Разминка.